пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но, тем не менее, они продолжают провоцировать вот такими заявлениями общую ситуацию. С праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Значит, мы про Крым будем говорить. И, пожалуйста, друзья, если вы нас слушаете в Крыму или если вы живете в Крыму, может быть, волею судеб оказались в другом регионе и у вас под рукой телефон, позвоните нам. Сочувствие жителям Крыма, потому что, ну, при Украине это был один Крым, а путинский Крым, оторванный от Украины, это не то, что... Не то, что заслуживают люди, не то, что заслуживают нормальные украинцы. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Дарья зовут. Я живу в Ялте. Я вот решила с вами поделиться впечатлениями. Отлично. Давайте. Потому что я местный житель. Давайте. Живется просто ужасно, ребята. И мы ничего с этим не сможем сделать. Дело в том, что голосование, как вы знаете, вот то в 2014 году, это была чистая профанация. Никто не ходил голосовать. Я как местный житель вам это говорю. Мы здесь с 28 года. Вот. Ну, к счастью, пока не было пандемии, я жила в Питере, а вот сейчас целый год прожила в Ялте. Я вам хочу сказать, что это просто беспредел. Разворовывается все до таких степеней. Ну, это... смотри, простите, пожалуйста, разворовывается все, это, во-первых, по всей России, мне кажется, это всегда, и это навсегда с нами. А динамика-то в чем заключается? То есть вы же в Ялте жили и при украинской власти еще, да? Да. В составе Украины. Так, в чем разница? Вот можете прям сравнительный анализ, что называется? Сравнительный анализ такой. Ужесточились законы, конечно же. Усложнилось просто все. От бухгалтерии и там... Ну, для кого? Для нормальных жителей, да, для обычных граждан. Это все ужесточилось и очень стали... Ну, как сказать? Ну, некоторые вещи просто невозможно сделать. Допустим, там... Узаконить какую-то постройку, там что-то где-то, какой-то участок земли, это невозможно. Но для кого-то это делается легко и просто. То, что невозможно для других, то вдруг вы смотрите, а уже забор построили у вас перед носом. Так, вот ужесточились так. Законы. Значит, ну, действительно, об этом говорили, по-моему, даже власти это признавали, что законодательную базу надо, чтобы ее, соответственно, свести к единому знаменателю, там надо провести определенную работу. Там документы вот меняли, это же все длинные бюрократические процессы. Что еще? Ну, а там, в общем, ну что еще? Уровень жизни. Этого я вам хочу сказать, вполне достаточно, чтобы испортить жизнь. Ну, что-то, подождите. Естественно, цены здесь, выше, чем у вас. Ну как, выше, чем у нас в Москве у вас цены? На продукты? На многие вещи, да, на многие. Допустим, ну вот вы делаете ремонт, и вам нужно что-то там, плитку какую-то, двери. Сюда везется вся некондиция, да, которая у вас там или за бесценок продается, или вообще там бракуется, да, например, никто не покупает. Сюда она привозится по бешеным ценам. Ну, хорошо, а какие-то позитивные можете изменения подчеркнуть? Мост вам построили. Мост, к плитку положили, я не знаю, набережную реконструировали. Вы знаете, особо ничего не делается, так, чтобы вот, чтобы сказать, что вот действительно... Нет, они так, как бы, забирают то, что кому-то принадлежало, допустим, вот аренда на 49 лет была, да, при Украине договор составлен. Вот, и тут объявляется, а этот договор у вас недействительный, мы этот пляж забираем под реконструкцию. В общем, тут реинновации вот эти вот в российском стиле, ну и как бы от этого народ страдает. Тут все недовольны. Я не могу вам сказать, что вот я знаю человека, который сказал бы, о, я доволен, здесь таких нет. А простите, пожалуйста, вот в начало давайте вернемся. Вы тогда, в 2014 году, голосовали? Нет, конечно, никто не ходил. Из нас никто не ходил. Из ялтинских жителей я не могу сказать, что кто-то ходил. Те, кто работали на избирательных участках, вот девчонки, кто хотел заработать, ну, они делились впечатлениями, что это все была профанация, никто не ходил голосовать. В составе России. Что вы думаете, как вы свое будущее видите?
Ну, вы знаете, я, наверное, в Крыму не останусь, они просто выживают. Или где-то надо спрятаться где-нибудь, ну, так вот, ну, не в Ялте, потому что Ялту решили в Монако превратить, то есть нас всех, я так понимаю, кто вот занимает территорию, да, а могла бы здесь какая-нибудь постройка для более таких, для привилегированного класса быть. Нас будут просто, я так думаю, переселять, поэтому я, ну, многие так делают, не только я. Квартира продается и покупается что-то где-то в другом, ну, более таком тихом уголке, куда, может быть, не дойдут. А вы хотите в России остаться все-таки, или вы рассматриваете вариант перебраться на Украину? Я рассматриваю перебраться в Европу. Я ни на Украину, ни в Россию не хочу. Это такое дело, как бы. Вот, ну... Конечно, было бы лучше, если бы была здесь Украина, потому как, вы знаете, 90% жителей, мы украинцы все. Подождите, в смысле, в каком смысле? В смысле гражданства, национальности или что вы имеете в виду? Ну, в смысле принадлежности к этой нации, так сказать. Но здесь же нет, сколько здесь русских? Очень мало, здесь в основном все украинцы. Мы все до сих пор разговариваем на украинском так между собой, ну так, какие-то слова пробегают. Понимаете? Подождите, а бандеровцы? Вот бандеровцы, возвращайтесь к 14-му. У нас этого нет, мы таких не знаем. Потому что Путин вовремя Крым отобрал, и бандеровцы не доехали. Разве не так? Да просто пропаганда об этом говорит. Да, поехали. Зачем им это надо? Никто бы сюда не поехал. Какая глупость. У них у самих там, что, Западная Украина, им достаточно рядом с Польшей. Зачем им сюда ехать? Вам слово, друзья, 363-3659, код 495. Доброе для утро. Жителей Крыма, для тех, кто Крыма. Может сравнивать украинский Крым и российский. Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Саша. Саша, вы откуда? Я житель Екатеринбурга, но 5 лет я живу в Крыму в семье своей дочери. До этого я регулярно, ну, в течение 20 лет посещаю Крым. Так что реалии мне хорошо известны. Какой Крым лучше, украинский или российский? Говорите, да, Саша, вы уже в прямом эфире. Безусловно, украинский. Я сейчас объясню с, ну, географической точки зрения. Россия огромная страна, в ней что там, 89-90 регионов, так? А есть центральные, есть периферийные. Украина что-то там, ну, 18 раз меньше по площади России. Значит, Крым в Украине был тоже периферийным регионом, но, понимаете, от Киева до Симферополя расстояние, ну, примерно как от Москвы до, что ли, Ростова. Ростов – это не провинция. Ну, понятно, я вот, метафора моя понятна. То есть Крым, оказавшись в составе России, даже, ну, вне каких-то там политических моментов, о которых я сказал в самом начале, не касаясь этих самых моментов, он стал дальше от центра управления. Так может, понимаете? Это хорошо? Ну, подождите, так, может, это хорошо? Вот, ну, это получается еще большая провинция, чем была, если она и была, в украинских реалиях. Но я еще что скажу, хочу сказать. Я человек очень пожилой. Ну как, мне 75 лет. Значит, я могу сравнивать с предыдущим государством. Так вот, Крым сейчас, вот последний, вот после, деликатно говоря, присоединения, обрушивается в самый заскорузлый, застойный совок. Совок в Крыму, поверьте мне, еще больше, чем в Екатеринбурге. Такое, слушайте, это все вот очень обтекаемо. Да, просто с предыдущей нашей слушательницей мы говорили о конкретике, да, на пальцах объяснял, там, цены ее не устраивают и прочее. А вот это вот заскорузлый совок, это каждый понимает в меру своей испорченности. С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Крым на связи, доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Вас беспокоит Крым, город Керчь. Меня зовут Руслан. Керчь, здравствуйте. Добрый день. Я смотрю вашу аналитическую передачу по поводу сравнения. Да, один из путей познания действительности есть сравнение. Вы задаете вопрос, лучше или хуже стало жить. Как сказал Ленин, архи стало плохо жить. Почему? Вы даже себе не представляете. Ну, связано с тем, вы знаете, что миграционные процессы связаны с наличием рабочих мест. Рабочих мест нету. Безработица выросла официально, по статистике, в 9 раз. Официально на бирже труда в Крыму состоят в 9 раз больше, с 5, грубо говоря, тысяч человек, до 50 тысяч. Мы не берем во внимание скрытую безработицу.
просверчили, превратилось в грязь, помойку, мусор, и все разрыто, все недоделано, перерыто все. Очень-очень стало плохо. Жизнь стала намного тяжелее. Ну, подождите, на секунду, подождите, извините, ради бога. Вот у вас эта грандиозная стройка моста, да? Не привлекались местные? Вы говорите, то есть действительно в Крым вгрохиваются, вкладываются, вбухиваются деньги. Значит, это стройки, это дороги, это туризм все-таки. Как-никак, но внутренний туризм существует. Нам говорят, в Крыму яблоко негде упасть было там в этом... Послушайте, пожалуйста, есть специфика определенных мест в Крыму. Когда Крым был ЮБК, это действительно для туристов. А у нас Феодосия, Керчь, это промышленные города. Керчь, понимаете? Угу. Поэтому предприятия закрыты, порты закрыты стоят. Рыбный порт закрыт полностью, 100%. Торговый порт практически на выживание. Там фактически сейчас еще 500-600 человек сохранится. Скажите, это прелесть жизни? Скажите, пожалуйста, по ценам, по уровню жизни, что можно, как вот можно с Москвой сравнить? Продукты высокие, я не ездил, цены большие, цены очень большие, по уровню, допустим, зарплаты. Ну, что-нибудь можете назвать, вот так, по памяти, овощи, да, молочные продукты? Допустим, какие-то йогурты, да. 70, 80, 100 рублей. Активия, жена подсказывает, 72 рубля. А овощи, помидоры, огурцы, мясо? 300. Это что 300? 300 рублей за килограмм помидоры. Ого. 220. Да. А мясо, курятина? Ну, курятина, сейчас скажу, 200, 200 и выше. Слушайте, но смотрите, а вы же наверняка так периодически попадаете на... Давайте я вам больше скажу. Послушайте, у меня два полных образования, два по пять высших образования. И я стал на биржу труда, мне предлагают уборщик территории. Нормально? Да. А простите, пожалуйста, в 2014 году вы голосовали? Нет, я просто понимал. Китайцы говорили своим недругам, чтоб ты жил всю жизнь в условиях перемен. Мне 90-х годов хватило. Тут абсолютно не за Россия, ни Казахстан, абсолютно нет. Здесь сама тенденция. Что это прямая и явная угроза. Особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в Россию.